Артист Олежка кто-нибудь пародил? Тоже да. Вы были пародии? Что самое удачное, что вам запомнилось и понравилось? Что было смешное, могу сказать, было несколько номеров интересных, совершенно неожиданных в КВН. Например, там какое-то время назад объявляли список новых ругательств 21 века. И в топе ругательств на 5-м пункте была такая фраза, это ругательство. «Сам ты, Олежка». Я так думаю, смешно, думаю, за что же так это, почему так? Ну, вообще, мне нравится, когда что-то такое вот. Ну, потом, конечно, интерпретация фамилии, когда, там всякие музыкальные коллективы, Олежка, 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 или там кто-то пел, Олежка, Олежка, Альцо, тан-тан, та-та-та-та-та. Потом в «Большой разнице» на меня делали пародии. А вы с юмором относитесь, не обижаетесь? Если это талантливо и интересно, то я сам хохочу, правда. И я и к себе с иронией отношусь. Это не придуманная история. Ведь есть сейчас люди, которые, сейчас жанр интервью, все друг у друга берут интервью, да? Все блогеры, все, везде, все. Да, это вообще искусство отдельное. И ни в коем случае вам не в обиду, но вот я когда узнал, что мы опять с вами встречаемся, у меня прямо... Что такое? Это нам педагог говорил. Если у вас вот здесь возникает, а это волнение или радость какая-то, это значит хорошо. Вот я как вам шел, у меня потому что мне понравилось.